Всем привет! На 30 пешеходных переходах в Москве перенастроили работу светофоров. Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн» и подробнее расскажу прямо сейчас. Как сообщает официальный портал мэра и правительства столицы, перенастройку сделали по просьбам местных жителей. В сообщении уточняется, что на 11 переходах сократили время ожидания зеленого сигнала, а на 19 увеличили продолжительность зеленого цвета. Уточняется, что в зависимости от времени суток длительность сигнала может меняться. По словам замруководителя Центра организации дорожного движения Дмитрия Горшкова, изменения не скажутся на загруженности дорог. Он отметил, что при этом у пешеходов будет больше времени на то, чтобы спокойно перейти дорогу. На этом пока все. Больше новостей на сайте mymsk.online. До скорого!